Основная идея творческого конкурса заключалась в создании качественного продукта социальной рекламы. Организаторы надеются, что уникальное видение каждого автора позволит смотивировать законопослушное поведение у участников дорожного движения, жителей нашей республики. Благодаря таким конкурсам видеороликов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма у нас наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Водители становятся более сознательными, дисциплинированными и используют при перевозке своих детей детские удерживающие устройства. Активную помощь и поддержку в проведении конкурса оказал индивидуальный предприниматель Шагне Мангуш, который вот уже четвертый год обеспечивает безопасность и комфорт детей и юных участников дорожного движения. Как и в предыдущие года, Шагне в качестве главного приза предоставила детское автокресло для возрастной категории от 9 месяцев до 12 лет. Я считаю, что не в ущерб, потому что мы за безопасность детей на дорогах. Мы считаем, что каждый водитель, он должен позаботиться о безопасности себя и своих пассажиров, особенно если в машине находится ребенок. Ребенок – это самый важный пассажир, который должен занимать отдельное место в машине и должен быть пристегнут специальным удерживающим средством. По итогам конкурса авторами лучшего социального ролика по профилактике дорожно-транспортного травматизма признаны Владимир Мишин, Александр Коваленко и Владислав Раздобреев из Республики Хакасия. Для нас это была наболевшая тема. Мы поэтому решили своей командой снять это все и донести людям, что надо все-таки в темное время суток вышел, засветись. Коллективная работа удостоилась не только высокой оценки компетентного жюри, но и диплома победителя конкурса. Свой заслуженный приз «Детское автокресло» молодые люди оставили в офисе авторадио «Кызыл». Мы принимали участие в конкурсе не ради самого главного приза, а ради продвижения пропаганды соблюдения правил дорожного движения. И поэтому наша команда общим решением передать это кресло нуждающимся людям. Главный приз автокресла может получить первый, кто подойдет к офису авторадио «Кызыл», который находится по адресу Калинина 3 напротив Туинского строительного техникума. Организаторы конкурса отметили активную гражданскую позицию нашего коллеги, видеооператора регионального филиала федерального телеканала «Оржака Салдыса», который инициативно срежиссировал, снял и смонтировал 3 действенных социальных ролика. Чуть не заметил. Ты видела это что? Нет, пап, не видела. Так у него же нет световозвращателя. На, держи, это тебе. Будь осторожен. Знак признательности наравне с благодарственным адресом управлением ГИБДД было принято решение вручить автору сертификат на 30 литров ГСМ. Благодарим за то, что ваша неравнодушная и безвозмездная работа по созданию социальной рекламы и видеороликов имеет также огромное значение для решения важнейшей нашей проблемы в республике снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Спасибо вам. Спасибо вам большое. По информации госавтоинспекции, в республике по итогам 9 месяцев текущего года прослеживается стабильная тенденция к снижению на 27% ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет включительно. Наибольшая часть детей пострадала, когда они пребывали в качестве пассажира. Берегите себя и своих детей. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Азамат Очур, Тува-24.